Ну что, друзья, на прошлой планете мы взяли ключ. Теперь можем отправиться на Старсинг. Так, что у нас здесь интересно? О, очень много. Очень много вулканов со слизью. Блин, не нравится мне это. Нажимаешь скип и сразу сбрасывается пауза. О, у нас здесь есть новые два каких-то объекта. Сейчас мы посмотрим, что это. Так, значит, справа у нас слизь, слева мы. Наша задача не дать этой слизи напасть на нас и уничтожить. Я вижу здесь всего три прохода. Так что нужно сразу их взять, заблокировать. Базу поставим сюда. Так, реактор. Сразу строим реактор рядом с ней. Погнали. Можно даже на второй скорости попробовать. Так, а слизь... Блин, слизь стоит, наверное, сразу же как-то заблокировать. Не дать ей пройти вперед. Поэтому вслед за реактором у нас будут строиться реле и пушки. Пушечку сюда. Так, здесь... Здесь... Нет, здесь придется две пушечки построить. Так и так. Так, ну, второй реактор. Давай, стройся первый. Есть. Сюда, значит, пойдем через реле. Угу. Вот, отлично. Так, давай, успевай, успевай. Мы должны это сделать. А, кстати, можно параллельно с этим взять... эти два объекта изучить, скажем так. Угу. Пошла первая стычка. Здесь так спокойно, медленно все. Хотя я думал, столько так много этих вулканов со спорами. Ormine и Spear. То есть это мы открыли сейчас шахту для добычи каких-то кристаллов синих. В оружии у нас открылся спрейер, который эти самые кристаллы будет распылять на врагов. Давайте сразу же его построим. Так, как бы так построить, чтобы он достал. О, смотрите, какой большой радиус. Можно прямо на два воткнуть. Конечно же, не забываем строить реакторы. Чтобы в определенный момент нам не остаться без энергии совсем. Так, и, наверное, нам этой синей штучки, вот посмотрите, появилось второе окно, где у нас показывается этот ресурс. И этой синей штучки нам нужно будет добывать побольше. Построим вот так. Ее. Интересно, она сразу может напрямую поступать в спрейер? Может быть, да, может быть и нет. Так, Ormine. Что-то у нас не показано, сколько это, значит, ресурс безграничен. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Хорошо, и это хорошо. Ну что ж. Так, нужно придумать нам тактику, как нам пробиваться вперед. Я смотрю, здесь некоторые области просто не соединены суши с другими. Здесь уровень уже 7, до семерки дошел уровень слизи. И, видимо, придется нам сюда десантироваться. А, либо можем отстреливать с других островов. Ну что ж, начнем экспансию. Так, места тут на этих островах не так уж и много. Я смотрю, нам нужно разместить сюда реле. И наши башни. Ага, спрейер справляется просто отлично. Посмотрите. Просто заливает своей голубой слизью эту фиолетовую слизь. Так, давай. Спрейер. О, здесь вышки филонят. Так. Сюда. 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 Отлично. Так, нужно соединить эти. О, как мне это нравится, когда все соединено. И почему бы нам не построить еще этих оровых майнов? Так, сюда, отлично. Нет, пакеты все-таки идут сначала на базу, а отсюда уже переработанные отправляются, переработанная руда отправляется в спрейер. Энергия, да, энергия, смотрю, у нас не в плюсе. Построим сразу два реактора, мы вывезем сразу, думаю, да. Так, смотрите, у нас довольно-таки мало пушек, но мы прекрасно справляемся со всей этой галиматьей. Здесь расчистим и поставим реле. О,
Смотрите, какой удачный островок, куда можно воткнуть пару желешек. Прям хорошо так зашел. Ага, отлично. И сюда. Ну, почему бы сюда не поставить? Тоже можно. Тоже вариант. Так, здесь... Что если нам пройти всю карту только вот этими пятью башнями? Пятью турелями. Интересный вариант. Так, крылешки мы можем строить вот на этих островах. Вот таким вот образом. А здесь... А, кстати, мы уже можем воткнуть один нулифайер. Вот прямо сюда. Ах ты, зараза. Так, что придумать? Что бы нам придумать, даже не знаю. Чтобы защитить его получше. Так, тихо. Нет, не хочет. Хорошо, если мы туда спрей зальем. Спрей, вот так вот. Вышка. О, вот здесь вышка. А, эта вышка не будет подсоединена тогда. А, такое себе. Ну-ка, сейчас можем. О, блин, слушайте, этот спрей так отлично справляется. Он прям чуть ли не сверху заливает эти вулканы. Слизи. Так. Так, здесь поставим сверху. Ага. Нет, наверное, пару башенек я все-таки пахну. Спрейер. Что нам? У нас вон в плюсе на 180 синей жижи. Первый нульфайр пошел. Отлично. Бахнем еще пару реакторов. На всякий пожарный. Давайте-ка попробуем такую интересную штуку заметить. Ну-ка, как это будет? Ну, что-то он... Никому он не подсоединен просто. А, о, смотрите, какой пошел. Пошел двойной прям запас. У-у-у, ребята, что сейчас будет? Что сейчас будет? Я вообще тащусь с этого. Осталось просто спокойно строить нульфайеры, пока вот эти вот ребята справляются со всей работой. Ага. Так, нам нужно как-то вниз пробраться. А, ну сейчас мы бахнем сюда второй нульфайер. Кстати, у нас же есть мортиры, почему бы их не построить? Тоже будет весело, я думаю. Вот эту базу тоже придется бахать. Так, а где еще один у нас заработал? А, вот здесь, да, вот здесь. Ну-ка, если воткнуть такую башенку сюда, как это будет выглядеть? Сейчас будет Ну, ничего не происходит. Не хватает, видимо, радиус. Ну ладно. О, как вот он сильно увеличивает радиус вот этой башни. Нет, видимо, я не так как-то поставил эту башню. Ну-ка, пробуем отсюда. Нет, она отсюда тоже не доставит. А это? Подведем реле. Устроенный фаер. В общем, все стандартно. Так, он цепляет, там цеплял, что-то цеплял. Мортира фигачит вообще. Ну пофиг. Все, плетем сетью. Так. Почему не стреляет? Вот это вот не... А, у нас. Ух ты, как она. У нас что ли нехватки руды? Хм, интересно. Кстати, туда можно воткнуть мортиру, ей же пофиг, наверное, откуда-то стрелять. И пошло-поехало. Еще мой фаер. Так, вот сюда надо будет как-то пробраться. Подстроим здесь еще ролешек. Нет, это не стреляет у нас. Хочет. Так, так.
Так. Минус один. Ставим сюда спрейер. Он начинает обрабатывать территорию сразу же. Здесь. Ну-ка. Ага, фигушки. Фигушки. О, бахает, бахает. Хорошо, хорошо так пошло. Такая игруха. Мне кажется, вот эти все вещи, это просто для, как бы, такая дополнительная сложность. Как это называется? Искусственная сложность, да, чтобы просто было чем занять людей. Давайте бахнем сюда реактор для прикола. Угу. Идем дальше. Здесь, что можно сделать здесь? Здесь, поскольку это достает, мы его перенесем сюда. Сюда можно воткнуть мортиру. А, кстати, сюда тоже можно было воткнуть мортиру. Да? Или нет? Спрейер внезапно стал в плюсе, так что пахнет сюда спрейер. А, этот не хочет работать. Сюда. Сюда будешь стрелять или не будешь? Сюда подходит еще один. О, во-во, вот как раз то, что я хотел. Отлично. Отличнейшим образом просто заливаем каток. Кстати, вот эти штуки можно использовать как реле, наверное, повышенного радиуса. Да? Офигеть. Так, ну, надеюсь, одного нульфайера хватит, чтобы ее грохнуть. Здесь обстрел идется или уже нет? Ну, наверное, можно сюда перекатить. Так, мы потеряли. А, вышка вот здесь потеряна. Так, ну хорош, ребята, учу. В самом-то деле. Так, идешь сюда. Ха-ха! Достаточно было пронести только центральный. Вот это, ребята, вы меня обрадовали, конечно, обрадовали. Ну, мы молодцы.